Ребята, всем добрый вечер. Всем или доброго времени суток. В общем, решили мы спонтанно, быстро выехать, попробовать половить первого сомика 20-20, так сказать, да? Вот, у нас на часах уже, ребят, начало 9-го, вот такие дела. Мы, в общем, закинулись там быстро донками, на месте, что надо, скрутим, свяжем и посмотрим, что у нас получится. Будет клевать, не будет, в общем, дуем на речку. Хорошо, что нам до речки близко, километров 5 да, проехать. Далеко. Да, вот, в черте города, так сказать, видите, куча машин ездит, и мы валим вон в ту степь куда-то. Ребят, приехали на речку, никого нету, места, то, что мы хотели, место для нас новое, мы тут сама никогда не ловили. В общем, выползки, вот я насобирал выползней, красавчики они там наши, лазят, плавают, вот такая вот банка, ну нормально там червей у нас, если посмотреть, видите, вот сколько, просто охренеть, объедение должно быть. И сейчас вам быстренько хочу рассказать про снасть, какая есть на сама. То есть изначально есть два варианта оснастки. Первый вариант оснастки самый простой, как мы ловим окуня всего. Идет груз, после груза идет поводок и идет крючок. То есть скользящий груз любой, вертлюг там и крючок, как я все вам всегда рассказываю. И вторая варианта оснастки. Вот есть такое мнение, что весной сом иногда клюет в толще воды. То есть у нас внизу груз, вот гайка такая, вот у нас есть. Потом идет отвод поводок один. С крючком и выше, еще вот выше у меня, сейчас вам покажем, вот, еще выше, у меня еще один отвод с крючком. То есть, что у нас получается, вот такое метровое расстояние, гайка, груз, вот этот крючок может лежать на дне, когда мы натянем, получается, шнур основной, а второй крючок будет лежать у нас, ребята, даже не лежать, а висеть будет в толще воды. Впрочем, и все. Самое основное, что вам нужно знать при ловле сома. Если в вашем регионе водятся здоровые кабаны, вам надо использовать хорошие снасти. У нас огромных кабанят нету. У нас в черте города, посмотрим, хоть бы вообще что-то клюнуло. И что хотел сказать, вот крючок у меня карповый такой. Самый большой, что я у себя нашел. Ну нет у меня больше размера, вот тот, что был, тот и взял. Берем выползку, цепляем 3, 4, 5 штук, как попало. Их цепляем вот так гармошкой. Ваша задача забить полностью крючок, даже чтобы ушел он чуть-чуть на нитку, вот так выползок. Потому что говорят, вот опять-таки есть такая штука, что сом боится металла. То есть, если он своими усами там подойдет пробовать выползка и почувствует крючок, ну для него это типа как удар током, вот по каким-то соображениям, либо по экспериментальным методам рыбаки вот такую штуку вот ну выяснили. В общем, короче, надо ему полностью закрывать и жало, и весь крючок, чтобы червяки конкретно там сидели, висели. То есть я его просто гармошкой нанизу и крайним кончиком нашего выползка каким-то хвостом полностью вот так прикрывая жало, чтобы оно вообще не было видно. Вот. Так как самые, еще раз говорю, не огромные, у меня получился, ну вот что-то вот такое вот. Вот такой вот пучок. Вот. Большой, небольшой, я не знаю, судите сами, как вы ловите, как там в ваших регионах, какие сомы. Если что-то правильно, неправильно, ребят, тоже напишите в комментариях, возможно, вы нам подскажете, как правильно, всплеск какой-то, да, Колян, как правильно соорудить оснастку. То есть таким макаром мы сейчас все нанизываем и делаем запросы наших донок. Все, не теряем время, в бой. Так, Колян собирает снасти, а мы с вами идем. Я там нашел одно неплохое место. Крючки, да, карповые, все, что по максимуму есть, его и ставим. Заброс будем делать туда, под тот берег, вот колокольчик наш. Фух, все, первый пошел, сомик, ловись, не выпендривайся, давай. Колокольчик за самоудилище, потому что поклевка будет мощная, если будет, вы ее полюбасу услышите, и выматываем слабину, так сказать, все. Так, Колян делает заброс. Вон сейчас, если вам видно, ребят, будет вон под ту сторону, вот куда-то, в сторону пеньков. Давай, Колян. Хорош. Нормально. Колян только что вот сделал забросик. Его удочки стоят. Надеемся, что клюнет. Там у нас сосед есть вдалеке. Он, видно, фонарик, да, он светит? Вот. Не знаю, если у кого-то что-то будет, то должно быть интересно. Ребят, у нас фаза выжидания. Колян еще решил перекусить. Да. Слышите, как соловьи поют?
Я использую красный свет, потому что на него меньше летит камышня, и его вообще вот комфортно с ним, да. Да, по времени, то есть телефона мне. Глянь, сколько время, потому что перезабросы мы будем делать через каждые, да, где-то через каждые полчаса по-любому. Полдесятого. Полдесятого только. Поэтому вот я в нашем регионе, вот сколько мы не рыбачили, вот в нашем регионе, если там до 12 не клюнуло ничего, то в принципе можно ехать домой. Вот что-то так. В основном все поклевки случаются до 12. Ну посмотрим, у нас нормально донок стоит. Что-то это должно в принципе взять. Думаю, что-то будет, все будет нормально. И как пришла пора уже летних ночевок, выездов на рыбалку, нам нужен еще один хороший фонарик. Сейчас мы подберем себе хороший налобник. Так, для этого, как обычно, мы переходим в e-каталог и с помощью e-каталога выберем его. Открываем вкладку, значит, туризм и рыбалка. Здесь выбираем фонарики и делаем расширенный подбор. Выбираем производитель Феникс. Это хорошие фонарики, такие как он у меня. Я всегда Фениксами пользуюсь. Так, и делаем серию Фениксов налобный фонарик. Это серия HL с внутренней батареей. Подобрать. Давайте посмотрим сначала что-то такое вот от дешевых к дорогим, так сказать. И выберем что-то такое недорогое. Феникс HL 25. Смотрим. Цена фонарика 950-1190. Сравним этот фонарик с каким-то подороже. Давайте, что здесь у нас есть еще интересное такое, чтоб удобное было. Допустим, Феникс HL, вот он, HL60R. Так, фотографии данного фонарика, аккумулятор внутри, все четко, заряжается от USB, 1190. Ну, давайте сравним его, посмотрим. Так, два фонаря Феникса. Чем они отличаются? Ценой и отличаются моделью диодов. От этой модели диодов зависит и силовой, световой поток. Поток, конечно, разный, время свечения разное, разный аккумулятор, поэтому, конечно, фонарик и стоит слегка дороже. Вот. И весит, ну, чуть-чуть больше он весит буквально. Я бы все-таки выбрал фонарик, который подороже, но зато он будет ярче светить, и на рыбалке будет он нам приносить большую пользу, можем всю ночь рыбачить. Поэтому, ребята, если вам интересно, переходите в e-каталог, ссылка на него будет в описании под этим видео. Мы все наши снасти, гаджеты, товары для рыбалки, и не только, выбираем с помощью e-каталога. Коляныч. Давай перекинем, давай. Мало ли что там, засекай и пробуй. Не? Пусто, да? Есть? Доставай, доставай, доставай. Доставай. Доставай, коляй, доставай. Опа! Дай сюда. Смотри какой. Ты налима поймал. Это не сом, это налим. Ты налимчика взял. Смотри какой, видишь, пятнистый. Это налимчик маленький. Короче, ребят, первый пошел, Колян. Тихо, 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 тихо. Сейчас мы покажем. Колян довольный? Вообще жесть. Поймали налимчика, держи его. Держи, он скоски, да не бойся, держи. Держи, да, как вьюн. Смотрите, тигровая раскраска, видите? Ямка, значит, правильно ты кинул, сейчас второй заброс туда же будешь. Колян, они очень вкусные. Ребят, напишите в комментах, какие они растут размером, потому что в нашем... Они где-то такие есть, мне кажется, Колян. Потому что, да, в нашем регионе это очень редкая рыба. Колян даже не знал, кто это, да? Да, тигристый. Тигристый, скажи? Тигристая расцветка. О, хорош. А ну, хорош. Ну, снимаем его. Красавчик. Скользкий, да, Коля? Угу. Будем выпускать его, ребят. Где-то вот, а вот сюда вот мелкий пляжик. А вот, вот тут, вот давай на мелкий пляж кидай его. И, да, с краешку давай. Вот. А вон он. Сейчас раздуплится куда-то. Да. Глянь, какой он, Коля, смотри. Угу. Ух, какой он налим, да? Да сейчас уйдет, уйдет. Очухается, вот пошел, пошел, все. Уходит. Пошел, видишь, сейчас найдет нору. Поболеет чуть-чуть и уйдет. Все, пошел на дно. Вообще как змея, да? Красавчик какой. Тебе показалось, что была поклевка, да? На какой из них?
те две. Вот это что ли оно? Давай, снимай, 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 Коляныч. Уже тает, как пошло. Пошла. Ух ты. Ребята, пошел Колян. Первый сумик. Это уже не налим. Это самелок. Видишь, раскраска нормальная, да? Угу. О, такой. Некрупный есть, братуха. Шо, я рад. Хорош. Фух. Две рыбы уже, вот он. Правильно, слышишь, что мы переехали, да? Ну, правильно, да. Вот он такой. А глянь, как взял. Смотри, видишь, с краешку? Угу. Еле-еле. Тихо, тихо. Тихо, тихо, пошли. Жить будешь. Вот он. Хай, лежи там, ходи, пошли, там его кинем. Или давай, давай он тут, глянь, тут близко. Давай, вот тут. О, вот сюда вот. Есть? Да, да, да. Лови, братан. Пошел, пошел. Все, Колян, слышишь? Ты разловились. Первый сом 2020, блин. Луна, ребят. На глазах видно, как она за деревья вылазит. Смотрите. Это все в реальном времени. Я вот ничего не делаю. Скажи, Колян, вообще вот, гляньте, как быстро. Да это просто жесть. На фоне деревьев видно, как она быстро-быстро движется. Как и вся наша жизнь, в принципе. Ребят, поймали, значит, одного налимчика, одного сумика. Уже довольны. Поклевки случаются. Иногда вот есть некоторые поклевывания мелких самят вообще, да? Хотя это тоже мелочь пока что. Вот. Но когда брал налимный сум, поклевка была аж загибательная, хорошая. Поэтому ждем еще. Все должно быть супер. Только 10 часов. Представляете? Только 10 часов вечера, а уже у нас две результативных поклевки. Причем я взял сомика, там где снасти с двумя крючками, выше и ниже, на нижнюю клюнул. То есть верхняя в толще пока не работает. Понял, Колян? Ну, на донку клюет как положено. То, что он на дне лежит, то и кушает. Поехали. Смотри, поклевывающая. Видишь? Давай, давай, давай. Есть. Есть. Есть, Колян. Пока не пойму, что там, понял? Угу. Ну, что-то тоже небольшое, но идет. Смотри. О, как переплюс, да? Смотри. Вижу, вижу. А, есть. На верхней, Колян. Смотри, смотри, что. Что вообще? Ага. На верхней, видишь? На верхней. Сейчас я сниму. Хорош. Ага. Вижу, вижу, вижу. На верхней. Такой же малыш, да? Угу. Но на верхней взял. Вот он. Ну, затмеешь, что-то у тебя. Да, маленький. Такой, как налимчик, да? Как налимчик. Как коцаный, да? Вот туда? Не, это такая, не раз тебя может, да. Ага. Шнуром может пока тянул. Вот усики такие, глянь его. Ух-ух-ух. Ну, сейчас будем освобождать. Тоже заглотил глубоко, да? Будем доставать, да. Очередной, брат, тише. Такой, короче, куда мы кинем? Да вот тут давай кинем. Ну, да шоп, тут, шоп, вот нужно на пляже спустить его. О, гони, да? Давай. Такой. Живой. Все. Пошел, да? Они все врезаются в дно, когда ты отпускаешь. Да, все, пошел, да? Пошел, пошел. Хорош. Братиш, давай. Колян, как жабы кричат, да? Ребят, это капец. Там соловьи, там жабы. Луна выходит уже. Не знаем, как будет клевать, когда она вылезет, вон она. Убывающая луна сегодня. Второй или третий день, я не помню. Ну, потяжка была хорошая, да? Поклевка была хорошая. Вот это. Да? Ну что, ребят, у нас уже дело движется к часу ночи.
Вот, час мы уже без поклевок, наверное, часа даже полтора мы без поклевок, да, уже. То есть все поклевки были, их было три, до того момента, пока луна, как вы видели, не взошла за деревья. Как только луна вышла вверх, сразу начала ярко светить, и, короче, вот клев пропал вообще. Была одна поклевка у нас небольшая, ну, холостая. Выползки обгрыжены. Показалось. Выползки обгрыженные, как вы видели, мы их достаем. То есть кто-то их пробует есть, но, блин, не засекается. Видно, мелкая какая-то рыба. Сейчас посидим еще полчасика, посмотрим, что будет происходить. Если поклевки не будут, будем сворачиваться. Небольшие выводы можно сделать уже сейчас. Две поклевки было на одну удочку. Видно, я попал в какую-то ямку-приямку. Вот. И сейчас бросаю туда же, но уже ничего нету. Снасть обыкновенная с нижним крючком после груза. И снасть, груз, крючок и еще выше крючок работали одинаково. То есть пока нельзя сказать, что клевало только на ту, либо на ту. Может, не то количество самого было, может, еще что-то. Но у Коляна взял, допустим, на верхний крючок, на лимчик. У меня один сомик взял на верхний, один на нижний. То есть вот такие дела. Напишите в комментариях, как вы ловите самого. И если вы с нашего региона нас знаете, пишите в личку. Мы с радостью поедем с вами на сама, потому что нам это интересно. В этом году планируем, ну, много снимать про них и пытаться их ловить. А тут травы, наверное, набилось, ребят. Много у меня. Да, трава. Набивается сильно. Вот так вот. Ну, поезжено все, Колян. Трава не трава, все пожрала, глянь как. И видно, причем, что не об траву, а просто вот, а, видишь, поела. Ребят, сейчас повылазили выползки, прям тут возле реки. Мы их собираем в нашу бутылку. На них же и ловим, короче, и насобираем на следующий раз на рыбалочку, так сказать, все червяков. Потому что тут вот прямо не га, вот он. Посреди дороги, смотрите, червячок. Наверное, мы на него наступили, когда и шли. Вот. Бывает нету-нету, а потом доходишь до какого-то места. Есть, да, Коля? О. Потом доходишь, они хоп и появляются. Все, ребят, собрались домой, уже, можно сказать, 2 часа ночи, поклевок не было, сосед ушел еще час назад, вот, как он нам сказал, ребята, крикнул, уходите, потому что, как правило, клюет до 12, все, что поймали, все ваше, да, ну, в принципе, по тем годам так и было, если до 12 не клюнуло, я уезжал домой, впрочем, так сказать, сезон открыт, хоть по мелочи, но, да, Колян, есть, Колян поймал рыбу цвета своего камуфляжа на лимчик. Первый раз, да? Прикольный, да, такой? Вообще, расцветка жесть. Короче, ребят, сезон открыт, все нормально. Будем пробовать дальше как-то по погоде выезжать. Насобирали выпуска, поэтому ждите еще видео. Будем пытаться ловить самого побольше размера. Как получится.